друзья, начались первые огорчения. Одна пара, щегол с канарейкой, которая сидела на яйцах. Самец, вот он справа сейчас сидит с оранжевой самкой. Посередине в отсеке. Вот он перелетает. Ну, самец повыкидывал яйца, поразбивал. Одно яйцо там вроде как было заряжено уже. Дальше покажу, вставлю фотографию. В следующий раз, как только эти птицы будут еще раз, второй раз садиться на яйца, я самца буду убирать. Жалко, конечно. Эти продырявил. Клево. Эти канареечник тут с добавлением сорных трав. Мерная ложечка у меня здесь есть. Отдельно я даю мак. Это у меня тоже сорные травы дикие. Конопля. Ну и вот эти вот добавки. Верхний отсек. Я проверил уже, самка долго сидела. Яйца пустые все были. Неоплодотворенные. Одна самочка еще с левой стороны сидит на яйцах, пока я не смотрел ничего. Другая самка еще не садилась. Здесь снизу зеленушка, здесь два щегла самца. Один щегол держанный мой старый, я с улицы перенес сюда пару щегол и канарейка. На улице старый мой держанный щегол что-то не очень к самочке приставал. Я думаю, его, наверное, не подходит уже для разведения. Потерял инстинкт размножения. Не хочет размножаться, в общем. И пустил сюда я еще самца осеннего. У самца уже клюв белый. Сейчас покажу поближе. Вот они, два самца. Тот самец, который держанный, он ближе к стенке. У него видно клюв, кончик коричневый. А вот у другого щегла, видите, клюв прям сахарный. Ну, я на всякий случай посадил сюда и того, и того. Может, самочка какого-то щегла выберет. Пока не очень получается. Ну, такие новости. Ну, а что делать? Надо продолжать пробовать. Хотя бы одна пара потомства принесла. Буду надеяться.